Ну что ли, к приветствую, мы продолжаем с вами проходить с Dark Pictures антологии Little Hope. Очень много мы с вами в прошлой серии, вообще в прошлой серии много чего увидели. И главное, что мы видели в прошлой серии, это подсказку, ну, подтверждение, да, подсказку от хранителя, то бишь подтверждение того, о чем я говорил две серии назад. Ну, точнее, две серии подряд, то есть прошлую и позапрошлую. О чем я сначала позапрошлую я думал, о чем, да? А вот в прошлой серии я об этом говорил. И он подтвердил в конце, да? Мои же слова. То есть мои догадки. Вот. Какие же догадки? Посмотри обязательно в прошлой серии. Если ты, ну, не помнишь или так, знаешь, смутно помнишь сюжет, посмотри обязательно. То, что тут выборы разные могут быть, да, и тому подобное. Вот. И в целом посмотришь, как раз-таки, и то, над чем размышлял. Ну, и в целом то, что сказал хранитель. Вот, поэтому как-то так. Но сегодня это будет не менее интересный стрик. Поэтому, Саша, поудобнее надевайте блядик. Обязательно, да? При этом пить этот куш, пить кофе или пить воды при этом просмотра. А мы, собственно, продолжаем проходить с Dark Pictures антологии Little Hope. Серия будет, я думаю, страшненькой, но очень интересной. О, привет! Так, давайте для начала, мы остановимся с тобой здесь, давайте для начала посмотрим с тобой открытки. Так, вот это нужно вообще убрать. Давай посмотрим с тобой открытки. А, у нас ничего нету, да? То есть мы взяли... Так, мы нож с тобой взяли. Виртуальный нож. Мы с тобой взяли. Мы с тобой его взяли. Так, это у нас что? У нас полицейский, да? Полицейский должен забрать их. И здесь пистолет. Не нужно пистолет. Короче, пистолетом не нужно пользоваться, и чтобы, короче, забрали. Я думаю, это две связаны, потому что, чтобы, короче, не пользоваться пистолетом за Эндрю, чтобы забрали водителя полицейские. Угу. Хорошо. Так. Да, смотреть, подсказка. Опа. Бля. Кукла Вуду. Конечно, нужно будет... Там, пиздец, нужно будет дрочить. Либо можем до этого... бля. Ну, мы нож уже отдали, ладно. Нож сейчас у этой... Как ее зовут-то? Как тебя зовут? Тейлор или как ее зовут? Да, Тейлор. У нее нож сейчас вот этот, который мы взяли. За Денниса, да, Деннис, да? Конечно, за Деннисом кто-то придет. Скорее всего, двойник. И там либо нужно будет кнопками зажимать, либо Тейлор должна помочь будет ему. Возможно. Мы это посмотрим. Но нельзя его потерять. Конечно, нужно быть аккуратным с этим планом. В этом плане нужно быть аккуратным. Хорошо. Че, один секрет. Бойня в актовый день. Монумент в память о погибшем во время короля Вильгельма. Одно из имен на монументе принадлежит Мэдлин Карвер, которого угнали в... Ага, осуждаем, бля. Возможно ли, что преподобный Карвер обратился к оккультизму, потеряв Мэдлин Карвер во время бойни в актовый день? Возможно. Возможно, возможно, возможно. Кто знает? Кто знает. А здесь ничего такого больше нету? Нет, нету. Хорошо, здесь у нас больше чтобы ничего нету. Там дальше. Какие-то тропи есть, тропи. Нам, скорее всего, вот сюда, да, с тобой. Чел, ты идешь за мной или как? А, он сидит просто. Ну, понятно, блядь. Мы сейчас обратно выйдем. Чего, блядь? Ты где? Мы где вообще, блядь? Да, блядь. Да, На один секрет. Дом Тилли Джонсон. Табличка на доме писателя Тилли Джонсон, имеющая при загадочных обстоятельствах в 1856 году. Тилли была очень похожа на Тейлор. Писателя здесь нет хэппи-энда. Чё? Чё ты говорила? Короче, он сказал, похоже на то. Он с нами, что ли? А вообще где-то... Мы вообще в другом месте где-то оказались, слышь? Где мы вообще, блядь?
А, хорошо, это то. Там. Мне, подожди, я хочу назад. Опять возле таблички. Ну, это табличка, понятно, окей. Такая мини... А, нет, смотрите, телепортация нет никакой. Странная тема, ну ладно. Так, задание сам нужно сейчас слить, потому что в какой-то момент может быть на него... Он следующий будет, так понимаю. Так что нужно быть аккуратным в этом плане. Аккуратным, хорошо. Жаль, что я так наезжала на Анжелу. Теперь ничего не исправить. А можем сюда пойти? Можем пойти вон туда. Погнали вон туда. Даже интересно, что там. В лес нам явно не нужно, потому что там были деревья. В лес нам явно не нужно. Ну, мать, может, ты посмотришь? Цельнодельная реализация залог Похоже, мы на тут первые банку. туристы за очень долгое время. Вот запрещен. Так а смысл сюда приезжать? Это реально город-призрак. Интересно. Блин, ну реально в лес идти, но я не хочу туда идти, там этот, блядь, за Денисом придут, а я не хочу. Подожди, а у нас есть выбор, куда пойти вообще? Не, похуй. Откуда этот голос? Не знаю. Не хочу влезать. Не хочу. У меня в детстве на заднем дворе были такие качели. Не может быть. Подойди сюда. Чего? Ты тут стоял, блядь, сзади них. Пиздец. Я знаю этот рисунок. Это мои старые качели. Здесь, видишь? Эй, тише, не психуй, ладно? Да нет же, ты не понимаешь. Видишь звезды? Я их тут нарисовала вместе с отцом. Когда мне было 10 лет. Уверена? Да, блин, уверена, это мои качели. Откуда они здесь? Я тебе верю, но... Что это значит? Это какое-то стрёмное, ебанутое послание. Эй, эй, посмотри на меня! Мы справимся, слышишь? Вместе, слышишь? Ебать ты, блядь. Панна нас перенесла. Помоги мне, покуда не поздно. Молчи, женщина. Лишь Всевышний простит твой грех. Лишь о том надлежит его молить. Послушайте, на мне нету греха. Кукла, вершащая мою судьбу, детская игрушка. Ничего более. Я меня клянусь. Не обмануть. Я узрел зло в тебе. Мой долг очистить город от твоей хвори. Другого пути нет. В петлю ее. Господь, прими душу сестры нашей Табиты, кою дьявол сбил с пути истинного, и распорядись ею. Вот я, братец. Мэри специально повернула, чтобы посмотреть на... Ой, блядь, это такое, на самом деле. Мы не могли ее спасти.
Женщина только что. Это была я. Хорошо, что я тебе нож отдал. Следующая. Я тебе отдал нож, это очень хорошо. Но ты в безопасности. Я же с тобой. Спасибо. Хоть ты рядом. Че, по-уебусь, там какая-то хуйня металлически стояла, блядь, рядом с вами, блядь. Ничего, блядь, вас ничего не смущает? Предлагаю пойти в церковь. Другие, наверное, уже там. Ну да, наверное. Да уж, вот это, конечно, прикольно. А мы можем вообще, могли бы их спасти как-то? Может, реально надо было сжечь куклу, типа? И тогда бы она там бы тоже сожглась бы, и все, типа. Ну, ее бы это, нормально все было бы. Я просто слегка не понимаю от этого. Автобус какой-то стоит странный. Ты идешь, там идешь. Кот, блядь. Нас будто преследуют. Нас точно преследуют. Эй! Вали отсюда! Не приближайся, ясно? Беги, дура, беги! Блядь, что это такое? У нее нож, если что. Блядь, бежать нахуй, конечно, куда прятаться? Ну, бежим! Куда прятаться, блядь? Отсосал? Опа! Давай, мальчик. Беги, давай сейчас, смотри, изи. Опа, раз. Дура, беги! Два. Блин, на тоненького. Раз. Два. Что за нее? Так. Так. Блять! А, у нее нож, все окей, у нее нож. Помочь, конечно, помочь, брат. Помогай. Вставай! Скорей! Раз. Проебался чуть просто я. Давай. Смотри. На дороге бегите, блядь. Раз. Два. Все, затащили эту тему, все, затащили. Фу! Фух, но еще нож у нее нож. То есть в любом случае она бы смогла выбраться. Она бы выжила. Бля, это пиздец. Это пиздец. Тейлор! Это вы там! Скорей к церкви! Бегом! Она ее преследовать будет, да? Так прямо постоянно. Hey! Винс. Внутрь! Живо! Ну же, скорее! Эй! Бегите! Давай внутрь! Вы что там делаете? Эй! Сдурели? Вам что, жить надоело? Заходите. Эй! Стоило ли? Найдите входы и выходы. Все заблокируйте. Черт. Давайте, здесь нужна баррикада. Бля, напряженно. Блять, давай еще раз. Еще раз. Мы смогли, мы ушли, ребят. Это очень хорошо, что мы ушли. Что этот старый дурак там до сих пор делает? Он идет за нами, но зачем? Неважно, ему нельзя доверять. Я знаю, что ты там! Если бы взяли себя в руки,
и не устроили стрельбу по глупости, он мог пройти мимо. Он не понимает, в какой мы жопе. А ну выйди и взгляни мне в глаза! Даже не думайте выходить. Слышь ты, педрила! Полить меня нахрен удумал! Хорош прятаться! Надо прогнать его. Нам конец, если тварь его услышит. Полегче, я хочу помочь. Видели эту Чего тварь? Чего ты несешь? Ничего тут нету! Эта тварь убила нашу подругу. Ладно, расскажи мне об этом. Я знаю, звучит как бред, но это... Тварь, она... Погналась за нами, поверьте мне. Жди здесь. И поаккуратней с этим пистолетом. По-вашему, не говорить про пистолет было умно? Не понимаю, чего вы злитесь? Мы же сбежали, так? В этот раз, да. Но в следующий вы можете пристрелить кого-то из нас. Нет. Профессор! Эндрю! Это я. Следующий. Бля, сейчас его тоже надо будет спасать. Священник, падре... Как его? Обвинял моего двойника. Дело серьезно. Опять суд? Пока нет. Но все шло именно к тому. А девочка? Мэри? Она была. Я все заставлю. Я все заставлю. Заставлю всех. Тут безопасно. Нашли другие входы? Извините, я не проверил. Я все не могу поверить, что Анжелы нет. Больше никого не потеряю. Так. Эта тварь все еще здесь. Смотрите, там! Надо идти за ней. Кем бы она ни была, все происходящее связано с ней. А если так, то что? Если мы остановим ее, возможно, это позволит спасти наших двойников. Ладно. Посторожите дверь, вдруг оно вернется. Так, можно быть аккуратным сейчас. Я всех заставлю, кроме одной, да, к сожалению. Постараюсь, по крайней мере. Ой, зря ты один туда полез. Зря. Малая, зря. Ты тут? Его она забрала, да? Нет, обоих. Она и обоих перенесла. Так, и что нам делать? Мне тяжко молвить сие, но твоя казнь убережет нас всех, спасет целый город. Пощади его, молю тебя. Тебе трудно, дитя, но позже ты и возрадуешься. Покинь сие место, Мэри. Мольбы его не тронут. Ты не должна узреть мою кончину. Кто приглядит за мной, ежели не ты? Судья Вайман поручил то Аврааму. Он твой опекун. Однако с сим решением не все согласны. Каждый предстанет перед высшим судом. Твой час настал. Нет! Нет! Узри же, кого ты молила пощадить. Он более не от мира сего. Чё ты хуйней занимаешься? Могут вот так он, священник, блядь. Давай, я должен его заставить. Я заставлю его. Нет!
Блять. Так, готовься. Кого, блядь? А, вон. Следующий он. Он был здесь. Я держал его. Он был там. Я не спас его. Жаль, что тебе пришлось это увидеть. Мне было очень тяжело. Суды над ведьмами! Они ненормальные! Парня убили ни за что! Согласна, это полная жесть. Это вообще без жесть. Система. Анжела была убита после казни своего двойника. Тейлор же едва удалось спастись. Увидишь смерть двойника? Ты следующий. Очень обнадеживает. Спасибо. Лучше знать заранее, что тебя ждет. Вон оно! То, что нас преследует! Скорей! Что нам делать? Тварью снаружи. Тихо. Слушайте, вон там. Оно снаружи, пока что. А что, если оно решит напасть на нас? Возможно, в церкви мы будем в безопасности. Почему? Ну, это святое место. По идее, оно не сможет войти. Правда? Что, прям как долбанный вампир? По крайней мере, это крепкое здание. Он прав. Тут безопасней. Остаемся. Пожалуй, остаться здесь звучит логично, да? Думаешь, так будет лучше? Остаемся тут. Выбора нет. Окей. Может, вы правы. Может, оно устанет и свалит. Нам больше некуда идти. Да уж, да. Это, конечно, полная жесть. Держитесь вместе, найдите другой выход. Так, давай смотреть. Естественно, должны быть подсказочки. Это пиздец, а не место. Этот священник — копия стрёмного проповедника. Точно. Может, это он и есть? Церковная фотография. Фотография священника, помогающего детям в школе. На фотографии изображен преподобный Карсон, арестованный в 1973 году после жалоб родителей. Мне кажется, он тут антагонист, не она, не девочка. Я уверен в этом. Он ее запугал. А то, что она говорила, а то, что она смотрела, да, то, что, ну, там, видел. Ну, сам ты видел, да, то, что она смотрела, там, клеветала на Эми, да. Все это, ну, типа, что, ну вот, она там магией, не магией занимается. Я думаю, это из-за того, что к ней так относились, потому что нам вначале показывали это. Гамилия. Проповедь преподобного Карсона, в которой говорится, что сна может отделить дух от души, и что душе требуется очищение через изоляцию и жертвенность. Что, блядь? Охуеть. О, что? God has forsaken us. Господь покинул нас. То есть это священник, да, написал, хочешь сказать? То есть он не верил. Понятно. То есть, получается, лжесвященник? Лжесвященник. Их вроде много. Шикарно. Слышите? Мы... Бля, прошу прощения, ребят.
Пастор Литл Хоуп. Памятник в честь предыдущих пасторов церкви. Два имени с 1960-1917 вычеркнуты, но все еще различимы. Саймон Карвер и Леонард Карсон. Почему вычеркнуты? Типа они были лже этими? Лже пророками, хочешь сказать? По пророками, лже этими? Священниками? Опа, подсказка. Фига себе. Это же тот проповедник, которого мы везде видим. Приходской бюллетень. Приходской бюллетень, предостерегающий об опасности оккультизма и рассказывающий, как пуританские основатели города практиковали магию и демонологию, о чем свидетельствуют рукописи, обнаруженные под каменными плитами в доме священника. Бюллетень заверяет читателя, что духовенство 1970-х устоит перед подобным искушением, но предупреждает об опасности для детей. Угроза оккультизма существовала с 1600-х годов. Священник Карвер был одержим оккультизмом. Че, вишни подсвечиваются, значит, все связано. Типа вот это связано, видишь? Это все дело связано. Все это дело связано, прикинь. Получается, они связаны, видишь, они связаны, то есть. Они подсвечиваются, это, видимо, связано между собой как-то. Все это дело. Мальчик, не нужно, не стоит. Дурачок! Так. Прячьтесь, живо! Я заставлю их, я заставлю. Она ему ничего не сделает. Знаешь почему? Потому что это не его двойник. Это не профессор двойник, это вот этого двойник. Так что на профессор. Долбоёб! Блять! Тихо. Вставай, мальчик! Нет! Блять! Ну как так-то? Бля, не засейвил, прикинь, не засейвил. Бля, ты серьезно? Эти кнопки ебаные. Бля, к сожалению, не засейвил. Блядь. Такой, блядь, это пиздец. Заговорился вот опять. Настрой, ребят, осталось еще. Охуенно, блядь. Вот это...
Бомбалейба просто. Это ты? Ни хрена не вижу. Теперь пойти налево, пойти направо. Это ты? Я здесь. Тейлор! Бля, это обидная хуйня. Это очень обидно, ребят. Это очень обидная тема. Вы живые. Тут дополнительный материал. Какой, блядь. Пока еще не спасли. Тейлор сбежал от демона возле церкви. А, вот. Бля, ну это просто жесть, ребят. Ну это. Ну ладно, это мое прохождение, но это, блин, очень жаль, конечно. Мне очень надо жаль. Постоять. Пульс подскочил. Очень жаль. Дайте отдышаться. Скажите, что случилось с Дэниелом. ПБ ему, блядь. Мне так жаль. Нужно было что-то сделать. Две потери. Сперва Анжела, теперь Дэниел. И виноват я. Двое осталось, ребят. Челиков, которых нужно засадить. Не страдал? Он умер быстро. Все было очень быстро. Он ничего не почувствовал. Надо выйти хотя бы засейвить, хотя бы вот это уже будет победа. Бля, ну это вообще жесть. Ну как так-то можно было на кнопках? Бля, это просто... Надо немного отдохнуть. Мы уже далеко ушли от дороги. Нас так не найдут. Да. Только недолго. Вы спите? Ничего себе. Если бы. После такого адского денька я вряд ли засну. Хотя сил вообще нет. Бля, обидно, ребят, обидно. Есть идеи, как отсюда выбраться? Туман окружил нас. Мы не пройдем. Нельзя тут просто сидеть. Обидно. Сначала очень тема, обидно. Сначала надо выяснить, откуда берется туман. Думаю, это Мэри, ключ к тому, как выбраться из него. Найти Мэри, остановить ее. Это хороший план, окей? А вторая девочка, которая от нас убегает? Я уверен, она как-то связана с Мэри. Может быть, она пытается нас куда-то привести? Куда? Не знаю. Может, туда, где мы положим этому конец? Все слишком неопределенно. Кажется, от нас уже ничего не зависит. Мэри в центре всего происходящего. Этих судов и страшных казней. Я даже не уверен, реальна ли она. Как мы ее остановим? Я не вижу выхода. Финиш. Попытаемся. Это просто... Ради всех остальных и ради себя. Мэри, ключ ко всему. Я уверен. Это не так просто. Она же ребенок, мы не можем взять ее. Послушайте, когда встретим ее, сделаем все необходимое. Ладно. Передохнули. Здесь нельзя оставаться. Но тут вроде бы безопасно. Стоит ли отсюда уходить? Будем сидеть на жопе, Мэри не найдем. Надо идти искать ее. Не уверен, что стоит искать Мэри, но нужно держаться вместе. Бля, просто жесть. Ну обидно, ребят, обидно, очень обидно, блин. Подсказка есть, была, блин, был просто. Лучше победить себя, чем выиграть тысячи сражений. Тогда победа твоя, и ее не отнимут. Ни ангелы, ни демоны, ни рай, ни ад. Вы, может, уже кое о чем догадались? О чем? О том, что, блядь, это... Кнопки меняются быстро, да? Королева, дама и валет. Король, дама и валет. Что все?
и вся может оказаться не тем, чем кажется. Три казни, три терзаемых создания и две погибших души. Как полагаете, что прячется за углом, скрытое в тумане? Что-то злое к нам спешит. Не понял. Вот это поподробнее, блядь. Вот это, пожалуйста, поподробнее. Давай мы с тобой продолжим в следующей серии. Спасибо за просмотр, какая серия была. Блин, очень обидно. Вот очень обидно, блядь. Можно было, вот реально, можно было это всего, реально, можно было зацепить вообще изи. Бля, просто заговорился и все, блядь. Ладно. Хорошо, в такие моменты, ну, я буду концентрироваться максимально просто. Стараюсь максимально концентрироваться на игре, чтобы, блядь, сэсэвить, да, потому что у нас двое осталось. Потому что этого ничего не гордит, потому что... Этому ничего не гордит, потому что, собственно, его двойника-то нету. Он-то выжил, нам показали в самом начале. Вот, чей его двойник. Вот. А те двое, вот профессор и Тейлор... За Тейлор еще гонится, но мы засейвили вроде. А за профессором придут еще, поэтому их за ними двумя нужно следить. Этому ничего не грозит, я уверен, что ему ничего не грозит, потому что, ну, его двойника нету, его двойник выжил просто и все. Смысленное объявление, да. Обвинение, потому что мы видели с вами по какой-то там записке, еще не записке, читали, что, он что его двойник выжил и с него сняли обвинение. Поэтому за этими двумя будем следить и хотя бы их двоих засейвим. Просто это нужно, ребят. Но это будет хотя бы моя такая, значит, мини-победа уже. Хотелось бы, конечно, всех засейвить, но, ребят, но тут ничего не предугадаешь. Типа, я не очень... Вообще, ну, первый раз я просто, типа, тупанул сам. Вот, я думал, надо было, конечно, надо было ответить, что, типа, сама справлюсь и убежала бы она, наверное. Вот, либо надо было нажимать на X прям очень быстро. Вот, а тут я просто заговорился. Это, ну, это обидно, реально. Это просто обидно, понимаете? Вот реально чисто обидно, блядь. Ну ладно, ничего страшного, мое прохождение такое. Поэтому так, будем постараемся засадить этих двоих, то есть троих всех. Вот, постараемся вот этой компашкой хотя бы выбраться отсюда. Поэтому в следующих сериях это мы с вами и сделаем. Поэтому усаживай поудобнее, блядь. Спасибо за просмотр, такая серия была. Все, увидимся в следующих сериях. Давайте.